Вот новая зубная паста, видите, какая белая, бледная. Вот старая, более насыщенная. Вообще красный цвет придает кора дуба. Она как раз против кровоточивости десен, дубильных веществ, потому что там много. Но, видимо, ребята начали баловаться и стали меньше добавлять растительных компонентов. Она и на вкус стала говно, я чуть не блеванул, когда ей чистил вот этой новой. Вот она, полная. Вот эта старая, выдавленная. Вот, и сдается мне, может быть, они вообще начали подделывать их, потому что на старой пасте вот QR-код есть, на новой нет. На старой вот это ЖСК есть, и полосочки такие, видите, красивенькие. И тут вот серебристая вставка. А тут этого нету ничего. Белый и красный цвета и все. Капец. И срок годности они стали меньше делать, потому что этой пасте много лет. Эту я купил недавно. А использовать примерно до 18-го. До февраля. Старая паста до февраля 18-го. Нет, вру. Старая паста даже больше срок хранения. До 12-го-18-го. А новая паста до 4-го-18-го. Всем пока. А еще хотел добавить, что лет 10 назад, когда только Парадонтакс начала набирать популярность, ее цвет был кирпичным. Кирпич такой насыщенный, яркий, прям красный. А сейчас видите, хоть и не новая, новая это вообще бледная поганка. Но с каждым разом паста все бледнее и бледнее становится. Видимо, ребята сокращают себестоимость или вообще подделывают, хрен его знает. Краситель туда набузовали. Потому что вот в этой вообще вяжущие свойства не чувствуются. В этой еще как-то чувствуется там. Все, всем пока.